В приемной партии «Единая Россия» обычный рабочий день. Только сегодня посетителям не нужно писать обращение. Они могут лично пообщаться с одним из двух депутатов Государственной Думы. И если Владимир Кононов рассматривает общие вопросы, то Наталья Санина специализируется на проблемах в сфере здравоохранения. Посетителей много. Помощь гражданам — для законодателей привычная работа. Могу вам сказать, что ничего нового. Люди всегда задают вопросы те, которые их волнуют. Это вопросы о жизни, об их жизни. Вот. А жизнь, она же многообразная, многогранная, поэтому в жизни, к сожалению, есть проблемы. И, к сожалению, они всегда будут. Чтобы этих проблем было меньше, и работают депутатские приемные. Владимир Иванович Скорохватов 6 долгих лет ходит по инстанциям, пытаясь решить вопрос с газификацией деревни Тишково, жителем которой является. Сегодня он пришел на прием к депутату. Обратная связь не заставила себя ждать. Ставлю на контроль и прошу меня проинформировать. Первое, значит, когда они получат из Мособлгаза ответ. Второй момент, когда объявят торги и кто выиграл. Естественно, что моментально решить такой вопрос, как проведение газа в поселок, не может даже депутат Государственной Думы. Но, как говорится, дело сдвинулось с мертвой точки, и даже появились какие-то, пусть примерные, сроки. Я включился, и то, что подключилось правительство Московской области, я думаю, что максимум в 2017 году в деревне будет газ. Для них это вопрос, так сказать, жизни. Поэтому результат работы приемной. Есть результаты и в соседнем кабинете. Наталья Санина принимает граждан с обращениями, касающимися сферы здравоохранения. С каждым посетителем подробная беседа, каждая жалоба берется, как говорится, на карандаш. А какой препарат вот приходит в аптеке нерегулярно? Пронаран. О многих проблемах Наталья Петровна, сама профессиональный медик, знает не понаслышке. Даже граждан, приходящих на прием, она по привычке называет пациентами. Это и неудивительно. Здесь цена каждого обращения весьма высока. Здоровье, а возможно, и жизнь людей. Первый пациент, который был, он поставил вопросы, которые абсолютно будут касаться лекарственного обеспечения в Российской Федерации. Я очень рада каждому приходу как депутат, потому что именно эти приходы сюда помогают понять, какие проблемы являются системными не только для района, не только для города Видное, да, а вообще системные для Московской области, а может быть и для Российской Федерации в целом. Подобные встречи – еще определенный повод встретиться с коллегами. Зачастую график депутата Государственной Думы весьма насыщенный, а здесь прийти на прием может любой человек, чем и пользуются даже некоторые чиновники. Мы знакомы давно, поэтому каких-то сложностей в общении нет, во-первых. А во-вторых, ну, вопросы поднимались, ну, скажем так, в какой-то степени профессиональные, поэтому, опять же, мы говорили на одном языке. Одними словами. Прием граждан Ленинского района депутатами Государственной Думы проходит на постоянной основе. И власть таким образом становится намного ближе к людям. Максим Козлов, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.